В 2017 году сельскохозяйственные организации региона сработали в плюс. Прибыль составила более 350 миллионов рублей. На заседании коллеги Департамента сельского хозяйства и продовольствия подвели итоги развития агропромышленного комплекса в регионе. Доля прибыльных предприятий в общем объеме составляет 70,5%. При этом рентабельность по растениеводству снизилась с 27 до 14%, рентабельность по животноводству увеличилась на 2%, с 10 до 12%. То есть, учитывая, что животноводство занимает большую долю, соответственно, оно повлияло на общий рост рентабельности. Новые возможности перед сельхозпроизводителями в этом году открывает увеличенная господдержка. В 2018 году она выросла на 50 миллионов рублей. С учетом федерального и областного бюджетов, а также льготного кредитования, общий объем вливания в сферу составит 534 миллиона. Мы все по всем программам, в которых участвуем, соблюдаем уровень софинансирования. И, соответственно, несвязанная поддержка 60 миллионов, молочное скотоводство 97, затраты на модернизацию объектов АПК 50 миллионов, поддержка животноводства 66, возмещение ставок по кредитам 68, компенсация части первоначального взноса по лизингу 29 миллионов. В этом году средства фермерам и сельскохозяйственным организациям распределили на полтора месяца раньше обычного. Такой подход позволит аграриям полноценно подготовиться к началу полевых работ, вовремя приобрести семена, удобрения, закупить горюче-смазочные материалы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.